Влияние, вдохновение, азарт, перфекционизм, инновации. Влияние, потому что университет Бен-Гуриона в Негеве не похож ни на одно другое учебное заведение. Он влияет на происходящее за его стенами, воздействуя на регион Негева благодаря своим инновациям, технологиям и взаимодействию с обществом. Вдохновение, потому что BGU на острие событий. Тут проводят новаторские исследования, раскрывают тайны жизни и человечества, находят решения сложнейших мировых проблем. Азарт, потому что наука — это не только разум, но и энтузиазм и азарт. Это самоотверженное стремление развивать науку, культуру и общество, благодаря чему в BGU горит огонь знаний. Перфекционизм. Потому что академические программы BGU готовят новое поколение на основе междисциплинарных исследований и интеграции знаний. От науки о данных до медицины и гуманитарных наук. Перфекционизм, потому что здесь царит дух предпринимательства, а термины «хаб» и «хакатон» стали нормой. Вдохновение. Ибо вдохновение заставляет нас искать ответы. Открывать новые пути мышления. Так было с древности до наших дней. Вдохновение, ибо в окружении красоты, искусства и архитектуры дух становится богаче. Влияние, потому что BGU – инициатор перемен. Множество людей приезжают учиться и работать в этой уникальной экосистеме. Влияние, потому что появление в BGU тысяч солдат и офицеров ЦААЛя привело к взлету научных и инженерных программ. Новый Северный кампус с его академической и исследовательской базой, центром конгрессов и многим другим удваивает размер университета. Азарт. Потому что работать нужно играючи. А жизнь в кампусе – это кипение страсти, сплоченная студенческая община, сильное чувство общности, культурные и общественные события в кампусе и не только. Вечеринки, кино, спортивный центр и бары – бешеный прилив энергии. Перфекционизм. Три кампуса, шесть факультетов, шесть национальных институтов и университетская больница. 20 тысяч студентов, треть из которых участвует в передовых исследованиях. 6700 сотрудников, сотрудничество с университетами по всему миру и сотни иностранных студентов из более чем 50 стран. Инновации. BGU с парком передовых технологий рядом с кампусом находится в самом центре Бершевы, превращая город в киберстолицу Израиля и Силиконовую долину Ближнего Востока, куда ведущие мировые компании приезжают, чтобы освоить опыт университета. 2500 сотрудников, 60% из них – выпускники BGU. В BGU ведутся исследования мирового уровня и процветает глобальное предпринимательство, обеспечивающее экономический рост с большей прибылью, чем любые другие инвестиции в Израиле. Как говорится, прилив поднимает все лодки. И последнее. Союз перфекционизма и вдохновения сделал BGU самым быстро растущим исследовательским университетом в Израиле. Так реализуется видение первого премьер-министра Израиля, который сказал: «Будущее Израиля зависит от Негева».